Итак, дорогие мои, Дон Пабло начинает репортаж снова на этом пляже, где он был уже не раз. И может быть, я уже сюда не приеду, потому что я опять возвращаюсь на то место, где я раньше жил. Мне там больше нравится, там все рядом. А от этого места туда, я не знаю даже сколько майлов. Больше 10. Может даже 15. Поэтому возможно, что я сюда не попаду, на этот пляж. Снова вот это. Так что вот это я делаю, может, заключительную серию об этом пляже, своих репортажей. Вот эта гора, видите? Это гора молитв. Сюда приезжает, вот именно на рядом с пляжем находится вот это место. Сюда приезжают молодежь, чтобы молиться и пребывать в общении с Богом. Вот эта вот гора. Вот это место, вот этот пляж, где я бывал с друзьями. И сегодня прибыл я с друзьями с Аляски, которые здесь отдыхают. И мы живем рядом, мы соседи. И они взяли меня еще раз сюда. А сегодня мне надо уже будет переезжать опять на то место, которое мне нравится, где я начинал. Ну, пляж этот неплохой. Красивая эта самая вода здесь, голубая, вы видите, все красиво, четко. Очень хорошо здесь отдыхать. Песочек здесь просто отличный. Беленький. Здесь бывают волны такие красивые, большие, прямо аж переворачивают тебя. Так что я не знаю, может быть, когда приедет Филипп с Марком, тогда я их привезу сюда. Ну а с вами был на этом пляже ваш собственный журналист. И, конечно, вы его узнали. Это Дон Пабло.